Привет подписчикам, привет всем, кто попали на мой канал и смотрят мои ролики. Сразу скажу, у меня есть другой канал по пчеловодству. Переходите на него. Отдельная ссылка внизу под видео, кого интересуют только пчелы. Ну а сейчас покажу, как зимуют мои пчелы. Зимуют они, видите, на воле, на улице. Сейчас у нас 15 декабря. Снега навалило, температура где-то в районе 3 градусов. Значит, конечно, желательно не смотреть пчел, но знаете, как чуть-чуть тянет. И я посмотрю, если пару градусов мороза, ничего страшного не будет. Я думаю, я их сильно не побеспокою. Так. Что тут у нас? А, тут две семейки. Тут две семьи через перегородку были. Вот так. Раз, два. Вот перегородка. И вот одна семья. Ну, где-то 3-4 улочки занимает. И вторая тоже должна где-то быть в районе литка. О, тут жирненько. Тут улочек 5-6. Все хорошо. Ах, красота. Просто запахло с улья. Запахло именно таким ульем. Ой. Что там сосульки попадали? Достанем, чтобы лишней влаги не было. Все, порядок. Закрываем. Заодно, если большой снег, то я вот прилетки, видите, я уже здесь смел. Прилетки я сметаю. Тут вообще завалило. Тут надо бы взять лопату чуть-чуть порасчищать. Порядок. Так, сейчас посмотрим еще одну семейку и больше не буду трогать. Честно говоря, хочется уже, чтобы весна была. Ну, зима только началась, вот такие снега лупнули, морозы сильные обещают через недельку. Сегодня у нас 15 декабря. Так, значит, что у меня тут, видите, утепление, где подушка, где какие-то одеяла. Значит, такой вот холстик. Холстик обязательно, чтобы не запропылесованный был, чтобы пропускал. И тогда пчелы зимуют нормально. Так, подтягиваю вместе с холстиком все вместе. Так, под задней стенкой нету. Вот они. Передней стенкой, то есть возле литка, где-то улочки 4 занимают плотно. Все нормально, пусть зимуют. Это ульи лежаки. В лежаках у меня, видите, здесь по бокам и сушь стоит. Вот, в общем, все порядок. Снега вывалило сантиметров 30. Все, вот такая вот ситуация на пасеке. Чуть-чуть увидел, посмотрел. Сейчас я приехал специально на пасеку, сейчас заготавливаю рамки. Нахожусь там прямо, режу заготовки. Все, ждем. Ждем весны, ждем теплой погоды. На сегодня пока-пока и до новых встреч.